теперь даже не знаю. Убери оружие. Умный мальчик. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск. Если он этого не видит, я ничем. У меня собственное мнение на этот счет. Я послед. Это не удивляет. Так может продолжаться вечность. Это давно известно. Я не был бы так уверен. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск. Он сам бы никогда не догадался. Не нужно верить. Стой! Всему, что только... говорят. Ты действительно веришь? Почему они не слушают меня? Стой! Только... иметь к этому никакого отношения. Я сам не хуже. Какая беспечность. И куда сделай это? Были смыты. Это действительно у меня нет времени на это. Паршивая погода. И заговорил Аданас со своими братьями. Первый раз слышу об этом. Тоже мне большое дело. Я уже подумывал об этом. Но ничего не хочет знать. Нам остается только ждать. Пойди туда, сделай это. Я знал, что это будет проблема. Он узнал это не от меня.
Убери оружие! Ты не такой тупой, как кажешься. Силы зла собираются очень близко отсюда, в долине рудников. В долине рудников? Мы отправили туда экспедицию. До нас также доходили сведения, что проход оккупирован орками. Но до сего момента до меня не доходило никаких сведений об армии зла. Что это еще за армия? Армия драконов, которые собрали вокруг себя орды прислужников. Драконов? Согласно старинным писаниям, драконов не видели уже много веков. Скажи мне, почему я должен верить тому, что ты говоришь? Вопрос не в том, должен ли ты мне верить. Вопрос в том, можешь ли ты себе позволить не поверить мне в случае, если я говорю правду. Пока я не получу доказательств, я не могу позволить себе послать еще людей туда. То есть ты хочешь, чтобы я принес тебе доказательства? Возвращайся, когда у тебя будет больше опыта. Что ты знаешь о глазе Инноса? Это божественный артефакт. В древних пророчествах он упоминается в связи с драконами. Однако писания также говорят, что его может носить только избранный Инноса. Зачем вы пришли в Харинис? Мы выполняем важное задание королевства. Приказы нам исходят непосредственно от короля Робара. Я говорил тебе, что мы отправили экспедицию в долину рудников. Это главная причина нашего присутствия здесь. А что ваши люди делают в долине рудников? Я не вижу причин рассказывать тебе об этом. Согласно полученным мной сообщениям, долина рудников – опасное место. Позаботься о своем снаряжении, прежде чем отправляться туда. Как дела на материке? Война еще не выиграна, хотя королевские войска уже теснят орков. Но мелкие отряды орков появляются то здесь, то там, пытаясь рассредоточить нашу армию. Они сражаются без мужества и без веры, и поэтому, в конце концов, мы обязательно победим. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я обучаю только последователей нашего ордена. Я не умею открывать замки отмычкой. Эй, ты! Что ты делаешь здесь? Если тебе что-то нужно, запишись на прием. Кто ты? Я Лариус, губернатор.
Даже если я не кажусь тебе таковым в данный момент, я самый влиятельный человек в этом городе. То есть ты всем здесь заправляешь? Я, в настоящий момент мои руки связаны. Здесь командует этот лорд Хаген, по крайней мере, пока он в городе. Как дела? Тебе до этого какое дело? Пока паладины здесь, лорд Хаген занимается всеми делами, касающимися жизни города. Я не хотел помешать. Но тем не менее помешал. Убирайся. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я обучаю только паладинов. Каково это быть паладином? Паладины – воины Иноса. Они живут ради того, чтобы служить ему и сражаются в его честь. Взамен все мы наделены даром магии. Магии рун, которые даруются в знак признания наших заслуг. Добродетели труден и тернист. Ты действительно веришь в это? Я тоже так считаю. Ты действительно веришь в это? Я всегда это говорила. Он не может угодить всем. Он слишком много болтает. Что новенького? Надеюсь, ополчение выяснит, наконец, куда девается население Хариниса. Начинаешь бояться за свою жизнь, когда слышишь, сколько человек пропало. Но Аданос увидел, что порядок и хаос теперь не равны. С этим уже ничего не поделать. Это было очевидно. Эй, ты, подожди. Что тебе нужно? Я где-то уже видел твое лицо. А, точно. Вот. Мы нашли этот листок у одного из бандитов, на которых наткнулись несколько дней назад. Рисунок очень похож на тебя. По-видимому, эти парни искали тебя. Я сам бы об этом никогда не догадался. Очень смешно. Что этим парням было нужно от тебя? Спроси их сам. Они ведь сидят у вас за решеткой, разве нет? Нет, они мертвы. Ну, тогда мы никогда этого не узнаем. Если у тебя какие-то проблемы, иди и поговори с лордом Андре. Возможно, он сможет помочь. Ты найдешь его в казармах.
Мне никогда не открыть это без правильного ключа.